В этом видео я разберу книгу по рисованию для фэшн-дизайнеров. Всем привет, меня зовут Ольга Сорокина, и в этом видео я хочу вам показать одну из самых замечательных книг, которая мне встречалась по фэшн-рисованию. Ее автор Мишель Вайзенбрянд, и называется книга Fashion Drawing Illustration Techniques for Fashion Designers. Книга большая, тяжелая, объемная, очень насыщенная информацией. Я ее покупала, когда еще жила в Копенгагене. Книга тогда мне обошлась в 445 датских крон, это примерно 4-4,5 тысячи рублей. В общем, цена довольно большая, и я, кстати, ни разу не пожалела о том, что купила эту книгу, потому что очень много полезной информации. И здесь, кстати, в книге 1238 иллюстраций, и сама автор, это написано в кратком описании сзади, преподает фэшн-рисование в очень известном институте в Нью-Йорке, называется Parsons School of Fashion. Уже даже по оглавлению книги было понятно, что это очень достойный труд, потому что здесь не только разные техники представлены, и, конечно же, принципы рисования и женской фигуры, и мужской фигуры, и даже детей и подростков, но и показано, как рисовать детали. Давайте я вам полистаю. Например, показаны принципы рисования голов. Вот, кстати, подростки, но они не так часто встречаются в фэшн-иллюстрации, не так часто, как, например, женская фигура и мужская фигура. В книге просто великолепное качество иллюстрации, замечательная полиграфия. И что мне еще очень нравится, это то, что показано пошагово, как рисовать мужскую, женскую фигуру, головы, детей. То есть прямо это такой настоящий гид, шаг за шагом. И все это перемежается с замечательными подиумными фотографиями для вдохновения. Здесь очень часто берется фотография какой-нибудь модели, и причем ее буквально по косточкам разбирают, так что вы потом в фотографии видите, какой скелет у этой женщины или мужчины. Да, ну звучит так немножко страшно, но вы начинаете видеть вот саму анатомию в человеке, вы начинаете понимать, как он устроен. Еще мне очень понравилось, что в конце этой книги находится целый перечень дополнительных материалов для изучения. То есть тут и список музеев, которые нужно посетить в разных городах и странах, список конкурсов для фэшн-дизайнеров, список блогов по фэшн, список других книг по фэшн, то есть очень полезный материал. Вот я так вкратце пролистала книгу, вы видите, что показано, как рисовать текстуры, аксессуары, детали. То есть очень достойная книга, рекомендую Fashion Drawing, автор Мишель Вайзенбрянд. Кстати, подписывайтесь на мой Fashion Instagram, там я каждый день выкладываю что-то интересное на тему фэшн-скетчинга маркерами. И если вам интересно знать мои 12 секретов фэшн-иллюстрации маркерами, то заходите на мой сайт www.olgaart38.com/fashion. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Хочу вам пожелать творческих успехов и до новых встреч. Пока-пока!